Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня у нас будет большая самоделка, правда немного с опозданием. А перед тем, как я буду показывать вам эту самоделку, хотел бы попросить вас поставить большой палец вверх. Тебе не сложно, мне приятно. Ну а мы будем переходить к детальному обзору нашей самоделки. Как я уже упоминал ранее, самоделка у нас получилась очень большая. На постройку этой самоделки у меня ушло ни много ни мало 4 дня. Но я думаю, результат у нас виден налицо. На ней я изобразил дом, рядышком из-за которого обустроился гараж. Здесь у нас большое, как по мне, красивое дерево. Все это у нас находится на небольшой скале, и снизу у нас все поросшее растительностью. И я предлагаю переместиться на левую нижнюю сторону нашей самоделки, чтобы посмотреть детально левую сторону гаража и то, что находится под ним. Снизу же можно увидеть трубу, которая заткнута большим черным колесом. Труба у нас уходит вглубь нашей скалы, и, возможно, отсюда поступала вода, которая наполняла берег до краев нашей самоделки. Видно же, что все у нас обмотано цепями, так как это заброшено. Здесь у нас поросло небольшое дерево, ползет змея, все это скалистая местность. Здесь тоже много растительности. Здесь же у нас лежит бревно. И чуть выше, возле нашего гаража, можно увидеть небольшой подвал. Он тоже заброшен, и, возможно, он как-то относился к этой трубе. Рядышком же возле подвала можно рассмотреть ящик, в котором лежит швабра, монтировка. Тут же у нас висит фонарь, чтобы освещать эту местность, чтобы никто, не дай бог, не упал с нашей скалы. И тут же рядом стоит мотоцикл, но к нему мы перейдем попозже. Как я и говорил ранее, здесь у нас лежит бревно, возле которого ползет паук, косточки, и есть большой камень. В правой части самоделки мы можем видеть густые кусты, которые переходят наверх к нашему дереву. Но к дереву мы тоже перейдем попозже. Здесь же у нас опять же трава. Видим, что здесь уже есть земля. И, возможно, дальше идет какое-нибудь поле или же лесополоса. Здесь же в траве можно рассмотреть, как спрятались лягушки. И также скала у нас поросла большой и густой растительностью. И вот они, замечательные лягушки. Как мы можем видеть, их тут большое количество, а вы напишите в комментариях, сколько же вы их тут насчитали. И это хороший знак, что, возможно, поблизости есть вода, так как просто так лягушки здесь сидеть не будут. Медленно, но верно мы переходим к верхней части нашей самоделки. Я взял специально немножечко правый ракурс, чтобы рассмотреть наше дерево. Оно довольно-таки большое, и на нашем дереве расположился небольшой улей и висит яблочко. Возможно, это же яблочное дерево. Снизу же мы можем видеть грибы, а по периметру нашей скалы мы видим пару заборчиков, которые не дают упасть нашим мини-фигуркам вниз. Что касается мини-фигурок, у нас их тут две штуки и одна собака. Одна мини-фигурка у нас женского пола, сейчас я ее сфокусирую. Мы могли наблюдать, что она стояла на горе и, возможно, фотографировала пейзаж. Я уберу фотоаппарат, и мы можем увидеть ее лицо. У нее есть кепка красного цвета, в которой встроены уже изначально волосы. Вот так выглядит наша мини-фигурка. У нее зеленые штаны и зеленая майка. Пожалуй, мини-фигурку мы уберем в сторону и возьмем вот ту дальнюю мини-фигурку. Она у нас мужского пола. Вот так вот она выглядит. У него такой вот однотонный костюм с зелеными рукавами. Фигурка довольно-таки красивая. И есть небольшая ссадинка на правой щеке. Вот так вот он выглядит. Ну и собаку вы уже все могли давно видеть в других моих самоделках. Я думаю, пришло время рассмотреть двор нашей самоделки. Мы видим здесь гараж, который упоминали ранее. Возле гаража стоит мотоцикл и сам наш дом. Дом у нас сделан с кирпичным фундаментом, с деревянными стенами. Крыша же выполнена в песчаном цвете, с такими красивыми досками, с принтами на детальках. Сам же гараж выполнен в сером цвете, то есть кирпичный. И давайте мы еще раз перейдем к детальному обзору гаража. Я сделал снимающуюся крышу, чтобы удобнее было смотреть. Уберем отсюда вот мотоцикл, он у нас черного цвета. И, наверное, будем снимать крышу. Все это я сделал немножечко повыше, чтобы нам было удобнее смотреть. Сверху мы можем увидеть лебедку. И давайте я сниму крышу. Она снимается очень легко, вот таким вот образом. И еще у нас можно открыть гараж, но только нужно немножечко отодвинуть фонарик. Немножечко непродуманно я сделал, но это не важно, я думаю. У нас открывается гараж, сейчас я поверну самоделку, и внутри мы можем увидеть машину. Сейчас я ее достану. Машина у нас очень старая, судя по всему, это хот-род, в котором у нас есть ящик, здесь лежит динамит, лопата и кирка, которая упала у нас вниз. Я думаю, не буду ее доставать. В гараже можно же увидеть сзади очень большое окно, чтобы
было светлее. Теперь мы перейдем к правой части. Здесь мы видим дом. Крышу я сделал съемную также, чтобы было легче рассматривать его. И чтобы она, не дай бог, не упала у нас вниз самоделки. И не создала большой шум. Я крышу убираю сразу же. И, пожалуй, мы уберем дерево, чтобы оно не мешало нам рассматривать двор нашей самоделки. Вот таким легким движением я его отсюда убираю. Частично убираю. Убираем еще кусочек. Здесь же мы можем увидеть два окна. Тут же у нас висит еще один фонарик. Двор у нас весь в камешках, в песочных, в скалистых. Ну, я думаю, он хорошо детализирован. Здесь у нас выросло пару кустов, стоит ведро с водой, а окна у нас зеленые. Тут же мы можем увидеть... Сейчас я немножечко камеру поверну и сфокусирую. Там мы можем увидеть небольшой мешок. Возможно, это мешочек с мусором. Если же мы повернем самоделку, то мы можем увидеть еще здесь входную дверь. Чердак также у нас выполнен в цвет нашего дома, то есть под цвет дерева, и крыша сделана с черными полосами. Я думаю, всем не терпится рассмотреть самоделку задней части. Тут же можем увидеть окно от гаража. Это же самое дерево заросшее, которое находится возле трубы. И здесь мы видим небольшой рельеф от скалы. Я тоже поставил здесь большие детали, чтобы сильно не заморачиваться и не тратить время на постройку обычных конструкционных деталек. Крыша же у нас снимается, чтобы посмотреть, что у нас находится внутри нашего здания. И давайте я немножечко подниму камеру, чтобы мы могли детально рассмотреть наши апартаменты. И вот я взял ракурс повыше. Здесь можно увидеть кровать. Возле кровати у нас стоит тумбочка. Возле нее же опять стоит ящик. Еще одна маленькая тумбочка. Красный ящик с инструментами, возможно. Здесь же у нас стоит еще один ящик с продуктами. Тут же небольшая полочка, на которой висит у нас рюкзак. И если мы откроем дверь, чтобы я мог показать вам, тут у нас находится тарелка с косточкой. Возможно, это тарелка той же собаки, которая находится во дворе. Кровать у нас выполнена в бело-синем цвете, рядышком из-за которой есть ковер, который выполнен в фиолетово-желтом цвете. Здесь же есть небольшой угловой столик, на котором есть кусочек золота, есть небольшая лупа, и рядышком стоит склянка с комаром. Ее можно рассмотреть, если присмотреться. И на стене у нас есть пару картин. Исходя из этого, так как у нас есть и кусочек золота, и склянка с комаром, чуть ранее мы видели машину, в которой лежат кирка, лопата, но при всем при этом можно сделать вывод, что, возможно, это какие-то у нас археологи, которые приехали в это здание, и снизу же добывают у нас различные материалы для рассмотрения и изучения. В самом же ящике я его сцеплю и покажу продукты. Здесь я сложу всякую различную всячину. У нас есть и морковка, и банан, и сосиски, и мясо. В общем, все в перемешку. Нужно было это немножечко рассортировать, но мне уже было лень. И места, как мы можем заметить, в нашем доме очень мало. И снова мы перешли на наш основной ракурс. Думаю, самоделка я вам показал довольно-таки подробно. Дерево у меня настолько рассыпалось, что я еле его собрал, и то неправильно. Но я думаю, для основного кадра нам оно сгодится. Как вы слышите, по моему голосу я немного приболел, но видео пришлось снимать, потому что мне уже самому не терпится вам показать эту самоделку. Да и нужно строить что-то новенькое, так как видео давно мне не выходили, и мне нужно возвращать свою публику, и к тому же я уже соскучился. Еще, если что-то я не показал на самоделке, я обязательно сделаю подробные фотографии, как и всегда они были в конце видеоролика. По самоделке, я думаю, больше сказать-то и нечего. Я думаю, вам она понравилась. Вы пишите обязательно свои комментарии по поводу самой же самоделки, что бы вы хотели бы увидеть в следующих видео. И я думаю, эта самоделка заслуживает большого пальца вверх, так как старался я очень долго, делал ее очень долго. И я думаю, что помимо того, что самоделку много всего долго ее делать, так еще и разбирать еще займет очень большое количество времени. Плюс еще нужно расфасовать детали. Ну, в общем, я уже заговариваюсь намного вперед. Я буду с вами прощаться. Вы обязательно же, еще раз повторюсь, пишите комментарии, ставьте лайки. А мы увидимся в следующих видео. Ну что ж, всем до встречи и всем пока.